Всем привет! Еще одно деревце, растение с Южной Африки, Серсия бурчелли. Оно либо дерево, либо кустарник, до 5 метров вырастает. Очень мне тоже понравилось. Листья у него очень сильно блестят. То есть они не мокрые, они сами по себе так блестят, переливаются. Было немножко здесь изогнуто оно, но я пересадила его. Здесь вот было изогнуто, но наложила проволочку и пока так оставила, чтобы при пересадке оно приживалось далее. Ну вот, там будет видно, как дальше формировка пойдет. Но пока так. Нашла ему вот такую вот статуэточку, поставила. Миниатюрно, красиво, все по-африкански. Всем пока!